Здравствуйте, меня зовут Саймурат Давлатов. Когда я был маленький, я мечтал, что вырастет, помогать своей маме, построить дом для нее, обеспечить ей хорошую жизнь, показать ей мир, отвезти ее в Мекке, в хадж, заботиться о ней максимум. С годами что-то у меня получилось. Но когда я вырос, моя мама уже не могла позволить себе много чего из удовольствия этого мира. Она не могла много ездить. Много чего она не могла кушать, потому что врачи запретили. Здоровье не позволяло. Теперь у меня есть все, но нету мамы. Самый важный урок своей жизни я получил тот день, когда маму положили в могиле. Я посмотрел на ее глаза, постарался запомнить ее лицо. Я понял, что я не наелся его взглядом. Я понял, что я не наелся ее присутствия, ее общения. Если ваши родители живы, больше времени проводите с ними. Это самая большая радость жизни. Тот день, когда она покидает этот мир. Я добрался домой только утром. Я узнал, что она целую ночь провела в молитве. Она молилась за меня, за братья и сестры. Когда это услышал, я понял, что мой успех в основном благодаря ее молитве. Пара часов до смерти сама лежит на смертном одре перед боль. Это смертная боль, несравнимая. И смотрит на меня и говорит: «Сынок, отдохни немного, ты с дороги устал». Только мать могут так сказать. Только мать способна пережить за детьми даже в таком положении. Берегите своих родителей, позаботьтесь о них, служите своим родителям, пока у вас есть шанс. Услышьте мой голос, служите родителям.